Отношения Беларуси и Турции в последние годы переживают период ренессанса. Так охарактеризовал контакты двух стран президент Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Турции. По мнению главы государства, уже налажено хорошее сотрудничество в торгово-экономической и в политической сферах. Но это только база для будущих достижений, и ее надо использовать, тем более, что между государствами нет закрытых тем для диалога. Итог официального визита премьер-министра Турции в Беларусь – намерение значительно нарастить товарооборот и достичь цифры в 1,5 миллиарда долларов уже в ближайшей перспективе. Беларусь примет региональный форум национальных координаторов по достижению целей устойчивого развития. На встречу, которая состоится в середине следующей недели, прибудут 54 высоких представителя из государств Европы и стран Центральной Азии. Цели устойчивого развития ООН – это сформулированный набор глобальных задач, которые человечество должно достичь до 2030 года. В их числе ликвидация нищеты, голода, обеспечение гендерного равенства, содействие экономическому росту. Роль белорусского балета в мировом культурном пространстве обсудили в Минске. В Белорусской академии музыки прошла научно-практическая конференция. Новыми взглядами и исследованиями наши специалисты поделились с коллегами из России, Франции, Литвы, Латвии и Польши. Накануне международная делегация посетила дворцово-парковый ансамбль «Несвиж». В 18 веке благодаря могущественному магнатскому роду Радивиллов здесь была создана первая хореографическая школа и первая профессиональная балетная труппа.